С Россией нужно разговаривать. Так считает Марин Ле Пен, которая выступает за официальное признание Крыма как территории Российской Федерации. Также глава французской партии «Национальный фронт» считает, что европейским странам не стоит быть пешками в игре Соединенных Штатов Америки. Марин Ле Пен отметила, что Россия является естественным союзником Европы. При этом страны ЕС являются пешками в игре за сферы влияния между США и Россией. Я думаю, французское правительство должно признать присоединение Крыма. На мой взгляд, другого выхода нет. Тем более это произошло в то время, когда власть в Киеве сменилась незаконным путем. Мы имели дело с переворотом. Неонацистские боевики организовали на Украине революцию, свергнув законное правительство. Это было ожидаемо. И народ, живший в страхе, бросился в объятия той страны, откуда он появился. Поскольку вы знаете, что Крым является частью Украины только в течение 60 лет. Европейские страны сейчас переполнены лицемерной пропагандой. Брюссель считает, что нынешние украинские власти вправе обстреливать собственный народ. А Россия – это великая страна, это великий народ, с которым Европа имеет много общих стратегических интересов, прокомментировала Ле Пен. По данным одного из последних социальных опросов, проведенного в январе 2015 года, Марин Ле Пен является лидером президентской гонки во Франции и в данный момент пользуется поддержкой 1/3 избирателей.